Этим людям очень повезло сделать такие фото. Этот мальчик из Китая с рождения обладал такими гибкими пальцами. А здесь кому-то попалось вот такое вытянутое яйцо. Вот так начинается радуга. И да, она растет прямо из тучки. При таком массовом перелете птиц даже небо стало темным. А это снежные кружки на горах Швейцарии. И я не знаю, как такое могло получиться. А это ожидание и реальность. Вот так нас обманывают производители. Девушка заказала торт в виде Микки Мауса, но пришло ей вот такое чудо. Кто-то заказал кофе вот как на этой картинке, и посмотрите, что ему приготовили. А этот парень пытался приготовить такую яичницу, и получилось довольно забавно. Этот балкон выглядит замечательно, но что если я вам покажу вид с него? Одни из глупых людей, победивших в лотерее. Один человек после выигрыша 31 миллиона долларов уволился с работы и почти все деньги потратил на благотворительность, а также купил много роскошных домов и кучу машин для своих родственников. Он был добрый и раздавал деньги всем, кто попросит. Но деньги не сделали его счастливыми, после чего он развелся с женой и полностью обеднел.